Чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак Хайдар Мансур Хади и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретились вчера в здании правительства региона. Встреча на высшем уровне не случайна. В ульяновских вузах учатся 174 студента из Ирака. Кроме того, посол предложил свести иракских и русских бизнесменов, интересы которых схожи во многих вопросах. Мы обсудили с господином губернатором идеи, что увеличить отношения в разных сферах, в экономике, когда еще в сфере нефти, и может быть, и сейчас мы как мы смотрели, там есть желание от нас и от вас, поэтому это очень хорошо, мы продолжаем, над этим мы будем увеличить отношения, потому что сейчас отношения между Ираком и Россией увеличат в разных сферах, поэтому мы ждем этого, мы будем работать над этим. Ирак сотрудничает с Россией не первый год. Технологии вооружения – знаменитые УАЗы. Ирак знает Ульяновскую область не понаслышке. А что касается экономических отношений, технических отношений, у нас тоже слабая история. Мы можем посмотреть и в царский период времени, до революции, мы можем посмотреть в советский период времени. Мы можем сотрудничать по разным направлениям. И я надеюсь, как раз вот один из самых лучших представителей регионального правительства, который умеет выстраивать международные экономические отношения, у господина Гайнедин это получится. Результатом встречи стало предложение Сергея Морозова назначить руководителя корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслана Гайнетдинова ответственным за экономическое взаимодействие с Ираком.